Нас миллион. С таким лозунгом шымкентские байкеры организовали мотопробег и проехали по улицам города шумной колонной. Флаги, рев многосильных движков, шлемы с тонированными забралами и стильные защитные костюмы. Всего мотопробег, который стартовал на площади Наурыз и финишировал в парке Независимости, поддержали 20 мотоциклистов. Организаторы говорят, что не стали приглашать большое количество участников, так как это может спровоцировать пробки по всему городу. В честь такого прекрасного дня, то, что нас признали миллионником, для нас это большая радость, для всех горожан вообще. Чимкент — это большая радость, видите, потому что город республиканского значения стал, соответственно, и развитие города пойдет совершенно другим образом и намного быстрее, интенсивнее. Для нас это очень приятно, и вот чтобы поддержать это, так как все горожане радуются такому прекрасному, замечательному событию, мы вот сегодня решили организовать небольшой мотопробег в поддержку того, что на мы миллионники.